Интересно как для новичков, так и для опытных предпринимателей. Сотрудники администрации Ульяновска организовали бизнес-форум, во время которого бизнесмены смогли выслушать ведущих экспертов как из областного центра, так и из-за его пределов. В Ульяновске рост обращений в Центр развития предпринимательства с вопросами об открытии своего дела. А со стороны тех, кто занимается бизнесом уже не первый год, звучат просьбы о консультациях в связи с изменениями в законодательстве, а также необходимости изучения новых технологий. Потому и было принято решение о проведении специального форума, где предприниматели на безвозмездной основе смогли выслушать ведущих экспертов и бизнес-тренеров. На самом деле условия, конечно же, меняются, потому что появляется очень много новых технологий. И если их не использовать, то отстаешь, плетешься в конце. И поэтому с этой точки зрения, вот все мероприятия, которые проводятся, я их посещаю тоже достаточно часто, и они ставятся именно с точки зрения нового чего-то. Супруг Анны, Петр, тоже предприниматель. Для него подобные мероприятия еще и возможность расширить свой бизнес. Мне важно находить тоже новые знакомства, потенциальных клиентов. И, честно говоря, каждый раз я действительно нахожу новых интересных людей. И, соответственно, из этого вытекает новый проект. Ульяновский центр развития предпринимательства занимается комплексной поддержкой бизнесменов. Для этого разработана специальная программа. Абсолютно разные категории предпринимателей, производственная деятельность, есть торговая деятельность и начинающие предприниматели. Также основной акцент делается на IT-стартап. Помимо того, что они обмениваются контактами между собой, они также получают необходимые полезные знания для своей дальнейшей деятельности и развития своего собственного дела. Мероприятие по поддержке предпринимателей городская администрация будет проводить и в 2020 году. Дмитрий Емельянов, Игорь Кранцев, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск.